Добро пожаловать, дорогой друг! Начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. А, как хорошо! Спокойствие, только спокойствие. Начинаем воспитательную работу. А кого здесь надо воспитывать? Колбаса! Безобразие! Колбаса! Какая агрессивная собака! Колбаса! Ну ничего, я сделаю из нее человека. Колбаса! Отдай плюшку. Во-первых, сладкое портит фигуру. Во-вторых, не спать. Колбаса! Колбаса! Жареная! Делаю уроки. А что еще? Что-то еще надо. Ах, какая мука воспитывать. Да, вспомнила. А вымой руки. А чего же их мыть-то? Ведь есть колбаса. Колбаса жареная. Ну нет, братец, за свои поступки надо отвечать. Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. Забрать. Смотреть против. Начинаем воспитательную работу. Знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов? Колбаса! Спокойствие, только спокойствие. Ку-ку! Ку-ку! Где ты? Ку-ку, мой мальчик! Ку-ку! Да мы тут немного... Ку-ку! Полетали! Ку-ку! 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 Ку-ку, мой мальчик! Ботинки есть, а ребенка нет. Ку-ку! Ку-ку! Если минуту, надо принять мои капли от головы. Нет, для головы. Ку-ку. 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 Разве на такой моторе можно летать? А у вас... Колбаса! Вершина чуда! Друг спас жизнь друга! Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет. А торта-то, наверное, нету. Ты что, с ума сошел? Дорогой друг, прилетайте издалека на минуточку. А у вас нет торта. Но ведь мы же не знали. А что вы вообще знали? Вы должны были надеяться изо всех сил. Колбаса! Слушай, может ты хочешь есть колбаса жареная? Пойдешь к вам в дом, научи есть всякую гадость. Полетели. Ой, а я запер. Что? Ты запер? Это домоправительница, просто какая-то домоучительница. Добро пожаловать, дорогой друг.
мадам! Колбаса! Это братья Мадемуазель. Простите, у вас можно тут? Позвольте. Кто это такой? Да, мужчина, хоть куда, в полном развитии. Можно тут приземлиться? Ну, пожалуйста, мадемуазель! Ку-ку! Привет от лучшего в мире привидения с мотором. Вас можно тут хоть куда? Не надо, я вас боюсь. Ну почему же? Я боюсь привидений. Колбаса! Ну пожалуйста. Да, но на телевидении этого добра хватает без вас. Ну пожалуйста, хоть куда? Можно? Ну вылезай, шалун. Ну, понятно, лучше в мире уходительного опыта. Перестал. Безобразие. Смотри, шелунишка. Как хорошо. Эл-ля-ля-ля-ля-ля. Эл-ля-ля-ля-ля-ля. И я сошла с ума. Я же еще. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Опять розыгрыш, шелунишка. Как хорошо. Но ведь я же еще и талантливый. Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном расцвете. Как хорошо. Мил. Вершилось чудо! Как хорошо! А у вас молоко убежало. Какая досада! Ну вылезай, шалун! Вытерев полыш, я пошел. Привет от лучшего в мире привидения с мотором! Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Он улетел! Но он обещал вернуться. Мил. Thank you.